Здравствуйте, меня зовут Ирина Соколова, я астролог, и для Beauty 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. Сейчас, как никогда, велика роль личности в истории. Очень много зависит от вашего личного выбора. Вы можете вступить в жестокую ненужную борьбу в надежде растоптать всех врагов, а можете сдержаться и не вступить. И выиграете вы, конечно, во втором случае, а не в первом. Вы можете вписаться в совершенно неподходящий, ненужный вам проект, а можете взять неделю на размышление, ну, и, может быть, и не вписаться в него. Можете начать расставлять все точки над «ё» и в отношениях с близкими, и окончательно эти отношения испортить, а можете им все простить. Ну, в общем, здесь есть возможность для выбора. Никто не говорит, что все простить и промолчать – это будет легко, но пользы от этого будет явно больше. Вероятность травм все еще сохраняется. Имейте это в виду, когда садитесь за руль своей собственной машины, учитесь кататься на роликах, бегаете, прыгаете и что-то делаете еще, что может привести к травмам. Любой авантюризм чреват последствиями. На этой неделе об этом стоит не забывать. Луна на небе убывает, поэтому омоложение может быть только консервативное, не травмирующее кожу, либо травмирующее ее совсем чуть-чуть. Все пластические операции на данный момент лучше перенести на другое время. Лучше всего посвятить эту неделю уходу за руками, за ступнями, за какими-то своими, конечностями. Подлечить варикоз, пошкрябать подошвы там, где есть что пошкрябать, заняться суставами, если в этом есть необходимость. Вы можете сходить на массаж или сделать его себе самостоятельно. Или сделать какую-нибудь ванночку для ног с успокаивающим сбором трав. То есть все это будет очень приятно, и от этого будет польза. А если вы давно не были на эпиляцию, то можно и туда сходить. Полезно сходить на общий массаж, особенно успокаивающий, в бассейн. Хорошо в это время делать упражнения для профилактики и лечения плоскостопия, варикоза и вообще всех заболеваний ног, какие только есть. Для лица и тела будут очень эффективны увлажняющие и витаминные кремы и маски. А вот от чего стоит воздержаться, так это от употребления алкоголя и всяких незнакомых лекарственных препаратов. Сейчас от них ничего хорошего не будет. Испытывать на себе новые косметические средства пока тоже не надо. На сегодня все. Увидимся через неделю.